Уже несколько лет кулинарный фестиваль считается международным. В этот раз студенты из 17 стран представляли национальную кухню и делились традициями. Я думаю, это очень интересно и можно познакомиться друг с другом. Студентка Виктория Писюкова не первый раз участвует в таких мероприятиях. Ранее она заняла первое место в конкурсе World Skills Russia. Работа Виктории для кулинарного фестиваля выполнена из карамели. Как призналась девушка, такая техника работы одна из самых сложных. Она уверена, что это послужит главным преимуществом в борьбе за первое место. Как победа, конечно, важна, но участие тоже дает такой положительный эмоции, хоть даже если я не выиграю, но все равно у меня будет уже какое-то такое впечатление о том, что я здесь была, что я попробовала. Кулинары-любители соревновались в 5 номинациях. Судьи выбирали лучших кондитеров, арт-дизайнеров и авторов национальных блюд. Отдельно от студентов оценивались самые юные участники фестиваля. Мы посчитали, что мы справимся с этим конкурсом и приняли это решение вместе. Мы узнали об этом и потом решили, что мы пойдем туда. Многие конкурсанты впервые попали на фестиваль. Как отмечает директор Института спорта, туризма и сервиса Вадим Эрлих, с каждым годом желающих принять участие становится все больше. Первое, на что нацелен данный фестиваль, это популяризация данного вида направления, да, это организация общественного питания, вообще ресторанное дело, там, гостеприимство. И второй момент, это некая профориентационная работа. После подведения итогов состоялось торжественное закрытие фестиваля. Участников наградили сладкими призами и грамотами.